Мы на месте. Мы приветствуем Лиену, интересуемся, готова ли она к диагностике чистки, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, но она меняется. Она то, как щелкунчик становится, как робот, не может говорить, только двигается. То в милую девушку превращается внутри. Сейчас будем разбираться. Хорошо, даю команду. Эта голограмма, которая находится в ее биополе, эта конструкция подсвечивается красным цветом. 1, 2, 3. Подсвечиваются все чипы, датчики, импланты и конвекторы, связанные с этой конструкцией. Сканер их видит четко и ясно. Сканер отключает сейчас эту конструкцию, выводит все чипы, датчики, импланты, конвекторы из ее биополя. И как все это выходит, силой моего намерения я отправляю в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У меня конструкция полностью во весь рост. Ноги, руки, как каркас. Понятно. И глаза. В глазах что-то есть. Сканер все выведет. Готово. В клетке? Да. Даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Лиены, под ногами, 360 градусов вокруг нее. На всех силах становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Лиены, находит все. У нее репсилоид. Да. В игре, но один робот из них. Дальше хамелеон. Хамелеон. Инкуб. Инкуб. И бесенок. Какой бес? Бесенок. 6. А он так себя называет. 6? Да. А ты не дотягиваешь, по-моему, еще до беса? Я бесенок. Ты чертенок, а не бесенок. Почти бес. Я тебя предупреждаю, первый и последний раз. Если ты еще раз себе позволишь со мной так общаться, я тебя накажу так, что тебе мало не покажется. Тебе понятно, черт? Понятно. Хорошо. Итак, у нас рептилоид, 2 грея, хамелеон, инкуб и черт, 6. Мы начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете отвечать. Перед тем, как мы начнем работать, сканер, дай мне полноту души Лиены на настоящий момент. 98. Хорошо. Рептилоид, где находится 2% в конструкции? В каркасе. Сколько она стояла, сколько стоял этот каркас в биополе? 3 года. Какая цель подключки? Постепенно строилась, увеличивалась, наслаивалась. Цель изучения. Это не изучение, это уже что-то другое. Это эксперимент. Какой это эксперимент? Изучение через нее, эксперимент. Подключки к органам чувств. Конечная цель? Осязание. Конечная цель этого эксперимента? Клонирование. Вот об этом я и говорю. Мы начинаем тогда с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Лиены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Хамелеон, сколько ты находился в сердечной чакре? 8 месяцев. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 3-4 месяца идет цифра. Черт, сколько ты находишься в этом биополе? 1 год. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Лиена, мы ее сегодня чистим? Черт присутствует. Инкуб, хамелеон не присутствует. От рептилоидов и греев есть что-то? Да, есть небольшой чип, плата. Над кроватью? Передатчик. Над кроватью? Нет, это сохранение информации в определенном месте. Перенос информации. Какой информации? Считываем мы с нее. Да. Не с нее, а через нее. Открываю сейчас портал в квартиру Лиены. 1, 2, 3. И сила моего намерения снимаю, срываю этот передатчик. Он летит в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Готово. Закрываю портал, опечатываю, растворяю. Выстраиваю прямой канал от Лиены к этому передатчику. И Лиена реверсом отдает все негативное, патогенное, низковибрационное, что она от него получила. Что идет туда? Ничего не идет, он отдельно, они переносили информацию. Ну хорошо, может оно Лиза интересует. Может Лиза интересует этот артефакт. Как с реверсом? Закончен. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Лиена забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Лиена себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Они ставят человека в определенные условия и наблюдают за его шагами, считывая это и используя потом для клонирования. Это возвращается. Это идет информация от этого каркаса, и ей возвращается как свобода. То, что он его сковывал, и как робот делал ее просчитывать все. Все ситуации. Хорошо. Готово. Ревер закончился. Начинаем с вытаскивания. Черт, выходи, снимай все, что я оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Возвращайся назад и докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он может просто сгореть. Он снял все.
Инкуб, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе, отключайся, возвращайся назад. У него низ живота подключка какая-то, как спиральная. Вытаскивай все. Готово. Хамелеон, твоя очередь, выходи, вытаскивай свое гнездо, все свои энергии, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Сердечная чакра и горло. И горло. Готово. Сканер, просканируй сейчас лиены на чистоте рептилоидов Грейв и этой конструкции. Осталось ли что-то незамеченным, что мы еще не вытащили? Чисто. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию лиены с рептилоидом, Грейми, их конструкцией, их передатчиком, хамелеоном, инкубом и чертом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Чисто, готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к лиене, помогаемой энергии отстегнуть ей все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, черт, я тебе открываю сейчас портал в квартиру. Собираю все, что ты там оставил, комочки, одеялки, сеточки. Я прихожу, проверяю. Ты мне показываешь еще все порталы в этой квартире. После этого я могу собрать негатив в квартире тебе в дорогу, если тебя это интересует. Интересует. Открывается портал в квартиру Лиены. 1, 2, 3. Черт уходит в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Инкуб, ты больше в это биополе не придешь, тебе понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хамелеон, то же самое касается тебя, ты больше никогда в это биополе не придешь. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте хамелеона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. И я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Ли, у меня здесь рептилоид, 2 Грея, один из них робот, 3 года сидели. Состояла конструкция в биополе, подключенная ко всему, даже к глазам. Из квартиры я по каналу вытащил еще передатчик, в который они какую-то информацию записывали. Я думал, тебе это будет интересно. Да, мы заберем их и подключки тоже. Благодарю тебя. Готово. Хорошо. Клетка у нас пустая? Пустая. Поехали дальше. Хорошо, Лиена, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? По-новому. Излучаю новый свет, искрюсь и свечусь. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Лиены в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Квартиру Лиены ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Я здесь. По всему периметру квартиры устанавливается в одной из комнат. Входи в квартиру. У меня есть здесь 2 двери входных, между ними портал от энергии, которые циркулируют между дверьми. В этом месте между дверьми открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Клетка в зале установилась. Кто у нас? Здесь синий дракон. Синий дракон. Арахноид. Есть. Черт. Есть. Неупокойная душа и 2 воронки. И 2 воронки. Под воронками открываю портал в галактическое ядро. Они уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Какой у нас синий дракон? 17-25. Синий дракон, выходи. Ты находишься в ком-то из жителей этой квартиры? Нет, присутствую в доме. Хорошо, выходи, снимай все свои платы, которые ты установил в этой квартире. После этого возвращайся назад и докладывай готовности к проверке. Приступай. У него зал и коридор. Платы, да? Да. Кухня. Снял. Синий дракон, я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не придешь в эту квартиру. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, если есть потомство, собирай все потомство, возвращайся назад, докладывай готовности к проверке. Приступай. За шкафом у него потолки по углам. Готов. Прохнуй, ты больше не придешь в эту квартиру, тебе понятно? Понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида, забирай все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Неупокоенная душа, представься, как тебе обращаться. Айгуль.
Айгуль, как долго ты находишься в этой квартире? 3 дня. С какой целью ты пришла? Она зеркало показывает в зале, она оттуда пришла. Из портала? Из портала пришла, она стоит возле этого портала и ждет. Ты хочешь... Энергии притянули. Понятно. Ты хочешь идти в светлый портал? Да, хочу, за этим я здесь. Тогда ответь мне, пожалуйста, на пару вопросов. Как давно ты закончила свою земную жизнь и в каком возрасте? В 2018 году по земному календарю. Да. Было мне 74. По возрасту, да? Да. Хорошо. Айгуль, не смею тебя больше задерживать. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Айгуль идет в этот портал. Ее куратор встречает. Все, кто ее знали и любили по ту сторону, встречает Айгуль. Встречает Вера? Ее встречает, да. Закрывай, опечатывай, растворяй. Она показала просто, как она умерла. Она замерзла в пургу зимой. Кошмар. Готово. Черт. Ты свое все собрал? Да, все собрал. Ну, пошли по квартире, показывай портал, я буду закрывать, и потом соберу тебе негатив. Пошли. Ну, он показывает это зеркало. Под этим зеркалом внизу открывается воронка в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Идем дальше. В спальне под батареей портал. Под батареей в спальне открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Дальше. За унитазом стена. Внизу этой стены открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово, все. Возвращаемся к клетке. Даю команду на счет 3. Шар идет космическая энергия, в другой шар идет низкая вибрационная эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувства. Шары собрались, они средние, одинаковые по размеру. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, черт, твой шар забираешь? Да. Отправляю черту. Готов. В эту квартиру ты больше не приходишь, ты понял? Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем и ставим огненную пентаграмму сверху. Готово. Является в автоматическом режиме. Готово. Мы закончили. Отключаемся от квартиры и поднимаемся в комнату диагностики. Пошел, подъем.